Для Оксаны Кривоносовой День матери – особенный день в календаре. Именно 14 октября они с мужем сыграли свадьбу. И именно 14 октября, 3 года спустя, у них родилась доченька – первый долгожданный ребенок. Сплошная магия чисел. После таких значимых событий в жизни молодая мама уверена, что это судьба. И о своей двойной радости говорит со слезами счастья на глазах. Сейчас вот говорю, и слезы на глаза накатываются. Это очень приятное ощущение. И дай бог каждый, чтобы этого испытать. В нашем родильном доме родилось 22 детей, из них 18 девочек и 4 мальчика. Этот показатель выше среднего. Обычно ежедневно мы принимаем до 18 родов, а это получилось, конечно, больше, чем обычно. Среди счастливых женщин 9 жительниц Московского района. В день матери они подарили жизнь 8 крохотным девочкам и 1 мальчику. Сегодня мамочки, уставшие, но гордые, принимали поздравления, цветы и подарки. Акция «Здравствуй, мама» проводится по инициативе Территориального центра социального обслуживания населения Московского района. И проводится она не впервые. В прошлом году мы уже посещали это учреждение. Мы привлекаем к ней и общественные организации, и Белорусский союз молодежи, и Белая Русь. И знаменательна она еще тем, что мы поздравляем тех мамочек, которые, в общем-то, подарили жизнь в столь светлый праздник, праздник День Матери, Покров Пресвятой Богородицы. Государство делает очень много для того, чтобы обеспечить семьи, которые родили детей, не только трое, но и каждого ребенка, достойное существование. Вы видите, какой вот родильный дом здесь, именно благодаря власти, благодаря личному вмешательству губернатора, нашего председателя облсполкома Константина Андреевича Сумара, родильный дом стал таким, каким вы видите его сегодня. Брестская область остается лидером по рождаемости среди других регионов страны, за исключением столицы. За 9 месяцев этого года в Брестском родильном доме родилось на 110 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стало больше на 2000 в нашем крае и многодетных семей. Рождаемость победила смертность. А это значит, что и дни абсолютного счастья у берестейцев увеличились в разы.